Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Королевская лихорадка Kingdom Rush. И как вы помните, мы остановились с вами вот здесь, на вершине горы. Гнездо Джокула. Наконец-то мы на вершине горы. Линерия здесь как на ладони. Ха, вот глупцы, сопят во все дырки и не знают, что враг у ворот. Как же нам повезло, генерал. Этот жалкий властелин севера Аркус загнан в угол, словно крыса. У тебя есть шанс компенсировать свои недостатки. Не упусти его. Это, ребят, конечно, все хорошо. Так, что у нас по башням? Ведьмочки. Слушай-ка, может быть нам что-нибудь поменять. Или же оставим все как есть, а? Я не знаю, ребята. Лес я не буду брать. Может быть, кладбище взять. Слушай, конечно, бумеранги. Нет, бумеранги мы оставим. Ладно, я думаю, что, наверное, все-таки вот таким составом пойдем. Ну, если не получится у нас пройти с первой попытки, да, ребят, то мы с вами, наверное, возьмем мрачное кладбище. Только вот вместо кого, я не знаю, может быть, вместо ведьмочек. Хотя, они, видите, у них по защите почему-то фиговенько все. Так, добавка улучшает ваших зомби, это понятно все. Так, а это у нас замедляет врагов, да, то есть эти... Не знаю. Хочется, ребят, ну, сомневаюсь, потому что зомби, ну, насколько мы помним, они такие, не айс. А вот ведьмочки, они крутые. Так что ведьмочек, наверное, мы все-таки по-любому с вами оставим, да? Склеп. Склеп, думаю, нам тоже пригодится. Все-таки там есть дополнительные горгульки. В общем, то, что нужно. Так, в магазинчике, ребята, у нас очень мало гемов. Так что давайте-ка, наверное, с вами купим слуги из саркофага. Хотя, гоблин ворд. Ну, он всего 200 монет дает. Слушай, нам это не нужно, я думаю. 200 монет роли не сыграют, согласитесь. Так же, как и три сердечка. Поэтому я думаю, что можно будет неконтактная мина. Так, срабатывает, как только к ней подойдет враг. Эти мины очень часто служат украшением в садах. Вот саркофаг, наверное, возьмем. Ну, мне кажется, что они ватные, ребят. Вот эти вот мумии будут. Но, как говорится, пока мы не проверяли, да, говорить ничего не можем. Так что давайте возьмем. И у нас еще 215 гемов. Давай возьмем, наверное, пузырек валерийского огня. Да. Возьмем на всякий случай, ребята, ну, мало ли там чего, да, пойдет не по плану, и, естественно, будем с вами это все дело применять. Ну, вроде бы и все. Можно идти смело в бой. Еще раз повторю, ребята, играю в первый раз на этой карте, так что не обессудьте, если начну что-то делать не так. Может быть, даже придется переигрывать, кто его знает, как у нас там все это пойдет. Так, ага. Понятно. Ты смог добраться аж до сюда, впечатляет. Жаль, что тебя здесь и похоронят. Кричит Аркус. Да, ребята, у нас с вами две дорожки, которые мы должны будем защищать. Так, и два пути, откуда и будет идти враг. А этот, наверное, будет опять, наверное, свои стрелы в нас запускать, да, или еще что-нибудь как-то вредить. В общем, это босс. Ну что ж, давайте, наверное, потихонечку будем с вами... расстраиваться. Так, здесь... Кого нам здесь поставить? Давай, наверное, рифы. Так, здесь тоже поставим рифы. Так, это для начала, ребята. У нас не так уж и много денег, в принципе. Так, здесь мы поставим, наверное... Так, погоди-ка. Лучше здесь. Здесь мы поставим, наверное, с вами... Я думаю, наверное, лучше все-таки поставить... Ведьму. Да, ребята, ведьму. Так, немножечко прокачаем. Ага. Слушай, не хочу. Не будем мы до последней стадии. И вот сюда, наверное, нам нужно будет поставить скелетов. Так, прокачка. Ага, можно. Так, и еще. Все, ребята. Больше у нас, как говорится, денег нету. На всякие прапывания. Поэтому остается только запускать волну. И смотреть, кто здесь, ребята, будет. Ну, пока идут обычные викинги. С ними мы довольно легко справимся. Так, и нам нужно будет что сделать? Прокачивать в первую очередь рифы. Именно их. Так, оглушающие заклинания. А там еще, по-моему, отравляющие, да, есть? Да, ребят, лучше мы на отравляющем оставимся с вами, да? Так, куда он полетел? Что он делает? Ну, ничего себе, ты понял, что он взял просто-напросто и убил моих этих... морских дьяволов.
одним дыханием. Вот таким вот макаром он, видимо, и будет нам здесь мешать. Ладно, ребята, мы тоже с вами, как говорится, не слабачки, будем бомбить. Так, опять следующая волна, я еще даже с этой не справился. Опачки. Варги, ребята, бегут. Так, опять он уничтожает моих этих дьяволов морских. Но они пока ватные, естественно, ребята, они не прокачаны, поэтому он может сейчас издеваться над нами, как захочет. Единственное, что мне не успеть контролировать две дорожки, у меня герой один. Хотя тут и небольшое, конечно, расстояние между дорожками, как мы видим. Но все равно, видите, метатели топоров там бегут, здесь у нас варги опять бежит. Опять сейчас будет, да? Твою же налево. Это, кстати, очень плохо, потому что он может уничтожить моих дьяволов, да, в неподходящий для меня момент. Вот, например, как здесь. Бегут варги, и хоть ты разорвись. А, нехорошо, что на меня сейчас в данный момент просто бегут. А вот эти вот скелетики, которые наверху, ребят, неплохо нам помогают. Они все-таки солидный урон наносят по варгам. Они уже до сюда добегают почти трупами. Так, давай-ка мы... Ага, не успели, понятно. Все-таки он их замораживает, ребят. Если не убивает, то они стоят в оцепенении. Ну и, соответственно, сделать ничего не могут. Слушай, вот черепки неплохо бомбят. Наверное, надо будет их потом тоже прокачать, проапать, чтобы они наносили довольно серьезный урон. Но рифы нужно, мне кажется, все-таки в первую очередь проапать, потому что от них очень много чего зависит здесь. Опять отполетел олух. Так, давайте-ка уберем. Вот так-то. Чтоб было ему пусто. Так, ну этого варга мы с вами уничтожим, это понятное дело. Так, там у нас идут викинги и метатели топоров. Ну, пока ребята у меня вроде бы там справляются сами, без моей помощи. Если что, мы им будем подкидывать вот такую вот, ребята, помощь. Так, а тут варги, аж три штуки. Опа, а что это он переключился туда, эй? Вот так хламон, ты понял? Просто взял там, где больше всего у меня, да, юнитов моих стоит, туда этот дракон и летит. Хитрозадый. Ладно, я вот сюда вот встану. Так, это у нас кто, ребята? Это валькирия у нас где-то здесь появилась. Да, точно, вон она начинает тресать зомбарей. Так, погоди, погоди, погоди. Ты куда, родная, побежала-то? Эй, 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 эй! Убьем, нет? Так, ладно, телепортнули ее. Сейчас мы ее добьем. Сейчас, ребятушки, будет у нас момент. Так, там уже медведи побежали. 143 голды, этого мало пока нам. Тут нужно 240. 240 монет. Так. Ну давай, давай, убиваем этого медведя. Сколько за него там? Слушай, 60 монет дают за медведя. Это круто, ребята. Это хорошее подспорье для нас. 270 уже монеточек у нас. Так, 282. Угу. Так, тут нужно 330. Вот здесь, ребята, прапываемся. И, короче, теперь 330 и 660, получается, нам монет еще нужно для того, чтобы прапать по фулке вот эти вот две базы. Ладно, отойдем. Хе-хе-хе, ну бас. Не задел даже. Ну, там чуть-чуть, малость самую. Так, медвежонок, давай-ка мы его... Ну, бомбите, бомбите, бомбите. За него дают 60 монет. Ох, как солидно. Так, а нам нужно 330. Ладно, пока потерпим. Пока потерпим. И нам, наверное, надо будет, ребята, еще что-то будет поставить, мне кажется. Потому что, ну, на двух вот этих башнях, да, как-то проклятый риф, мы далеко с вами не уйдем. Ведьмочка, конечно, тоже не особо сейчас жарит. Мы видим, у нее какое-то, ну, слабенькое, честно говоря, отравление. Очень слабенькое. Я ожидал, что будет эффект получше, но ладно. Так, с варгами пока справимся. Так, ведьма, ребята. Вышла ведьма. Когда вот такой звук происходит, да, это означает, что она вызывает ледяной осколок, который тут будет нам досаждать. Так, она запарила уже, серьезно говорю вам. Так, варгов, что-то как-то тут слишком много вас, эй, ребятушки. Так, хорошо, вроде справляемся. Вроде бы справляемся, но ведьма идет. Следующая, так. Осколки, идите отсюда. Что вам здесь надо? Эй, тихо, погоди, 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 погоди. Ты куда собрался, парень? Фига, он побежал уже. Захотел пройти, не тут-то было, роднуля. Слушай, какой же у меня олов в ближнем бою ватник. Он вообще не наносит урона. Ну, потому что он не ближник, он все-таки маг. Так, поджарь, отлично. Так, ведьмы. Так, у нас, ребята, можно... Во, кстати, прокачка. У нас с вами хватает денег для того, чтобы прокачать базу.
Какую вот только будем. Давай вот эту, наверное, да? Потому что тут уже, смотрите, эти твари, которые потом выпускают тоже осколок. В общем, ледяные олухи идут со всех сторон. Так, подожди. Не успел, ребята, чуть-чуть не успел. Все-таки один осколочек пробежал. Ладно, я надеюсь, больше никто не пробежит. Господи, как он пробежал, а? Для меня это загадка просто-напросто. Да, 330. Сейчас буквально еще немножко, ребята, мы получим с вами денежки и пропаем нашу базочку. Так, смачно. Вот, теперь уже мне немножечко спокойнее, потому что дьяволы морские прокачаны. Остается только им прокачать по полной программе бафы и усилить их. И все, а дальше уже будем думать на дальнейшей стратегии. Так, усиляем характеристики. Сетка, кстати, тоже очень, ребят, хорошо помогает. Она все-таки на 4 секунды врага обездвиживает. Это очень круто. И здесь тоже нам нужно будет вызвать Костолома. Так, голем-скелет, который будет сражаться и стрелять во врагов. Слушай, это тоже круто. Мало того, что башня будет стреляться, да, так еще и скелет гигантский, да, Костолом. 255 нужно. Ладно. Хорошо, пока потерпим. Что у нас тут? Ну, тут пока все под контролем. Так, виверны пошли. Ну, я так понимаю, что мои вот эти вот скелетки справляются очень даже хорошо. Между прочим, бомбят не кисло. Так, опять этот летит. Да что такое? Почему я не могу ничего сделать? Мне вот это иногда поражает. Я хочу приключиться. Во! Во! Так, хоп, голову нашел, такой надел на себя. Нормуль. Так, ладно, виверный. Во, смотрите, у меня и башня бомбит, да? И... Так. 5 единиц урона еще дают. Слушай, это неплохо. Дополнительные 5 единиц урона. То есть 15 единиц урона за 3 этих у нас будет. За 3 апчика. Это солидно. Так, там виверна. Ой, виверна. Валькирия, елки-палки, идет, я смотрю, да? Со своими зомби. Ну-ка. Шикарно бомбанули. Меня удивляет, почему за валькирию дают так мало денег. Вроде бы как бы элитный такой монстр, да? А денег бы дают мало. Так, отойдем. Я не хочу, чтобы мы их, этих морских дьяволов, убили. Так, тут у нас... Не-не-не-не-не, я пока не хочу. Не хочу пока, ребята, никакие новые территории открывать. Я думаю, что пока в этом нет надобности никакой. Вроде все идет под контролем, мы с вами справляемся. Вот единственное, что надо теперь прокачать, во. Лягушечья напасть. То есть мы сможем превращать с вами любого врага в лягушку. Ну там, правда, на сколько-то секунд, но я думаю, что это круто. Так, ага, у нас варги бегут. Ну, мои дьяволы, когда прокачанные, да, мало того, что они... Не хватает, о, есть. А мало того, что они копья бросают, да? То есть они могут и против летающих юнитов. Так они еще и сильные у нас стали. Еще при этом сетку могут бросить. Вообще, короче, имба. Да ладно, блин, все-таки поджарил. Так, это у нас проклятый тотем. Ребята, это у нас будет такая фигня. Называется Сайленс. То есть враги не смогут применять заклинания. Это хорошо против ведьм, да, против големов, которые, короче, пользуются магией. Там всего лишь, правда, на 10 секунд. Ну да ничего, все равно полезно. Так, давай, наверное, нимб 4000. Так, увеличивает дальность движения ведьмы. Во, видите, во, лягушечка бежит. Ну, только бомбить ее некому, да? Да, опять он стал этим великаном. И с полным здоровьем. Слушай, почему, ребята, у меня же башня прокачана по полной программе. Почему такой маленький урон мы наносим, а? Не понимаю я. Мы должны здесь божественно просто бомбить. Ну, видимо, великаны очень сильные сами по себе. Так, тихо. Подмога, подмога, обязательно подмога. Потому что тут очень много врагов уже. Усилили своих, да? Дьяволов морских. Все под контролем. Кстати, вот с этой стороны у нас немного слабее, ребята, защита. Если сравнивать с той стороной. На той стороне нормально как-то скелет там стоят. Все отлично. Но тут, видишь, тут еще вот этот вот олух мешает нам, постоянно морозит моих юнитов. Так, давай. Разнесем. Так, здесь скелетиков. Так, ну что, это, я как помню, будут два скелетика ходить по дороге через каждые там 15 секунд. Да, ведьмишка, это тебе пригодится. Правда, ребята, я не знаю, зачем нам увеличивать радиус полета ее. Ума не приложу, я ее не собираюсь куда двигать. А вон и скелетик пошел.
Куда ты пошел, родной? Ты куда пошел? Что-то взял, ребята. Ушел и не вернулся. Странно. Ладно, нам нужно еще прокачать вот это вот по полной программе. То есть два апа еще сделать, и база скелетов будет пропана полностью. Так, медвежонок бежит. Тут тоже нам ведьмы, короче, прокачать один уровень. Кстати, а вот это плохо, ребята. Это уже эти прыгуны, да, которые могут перелетать. Елки-палки, так, бомбим. Пока справляемся. Отлично. Так, давай, наверное, прокачаем маленечко, да? Слушай, и здесь идут, смотри-ка. Ай-яй-яй. Со всех сторон прут. Давай-давай, попробуем так. Так, и он подбил, да, моих? Нет, не подбил, не успел. Я уже думал, он их зажарил. Ох, ё-моё, так. Все, эта башня у нас пропана полностью. А скелетика этого подбивает, он потом со временем встает. Значит, он как бы бессмертный, это круто. Это очень, ребята, хорошо. Что у нас тут-то творится, а? Ну, тут как обычно, да, ребята, этот Арзгул, или как его звать, мешает нам постоянно. Ладно, сейчас пропаем с вами полностью все базы. Кстати, это 11-я волна у нас из 15. Еще 4 волны. Я не знаю, будет ли вот этот вот чувак боссом, или он так и будет там просто мешать нам. Так, опять летит, а? Отходим. Дудки тебе не попал, вот так и надо. Так, тучку надо будет еще прокачать, в принципе, и все. Так, а врагов, мне кажется, что-то все больше и больше становится, да? Волны такие как бы жирненькие начинаются. Там еще и валькирия. Все, я понял. Ну, тут вообще шикарно. Так, прокачка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Нет, сэм, ребята, помогаем. Пускай наши братки тут. Блин, как меня бесят вот эти вот метатели, а? Топоров. Почему ведьма по ним не бомбит? Нет, она бомбит, но очень-очень как-то плохо, на самом деле. Так, давай, наверное, мы с вами склеп сюда поставим. Слушай, склеп надо будет тоже прокачать до призыва горгуль. Да, мне нужны горгульки. С деньгами пока напряженка. Так, горгульки у меня будут здесь стоять, сдерживать. Но мне кажется, этого будет недостаточно. Так, тут у нас один апчик остался всего лишь. Ладно, хорошо. Потерпим. Так, мне нужны горгульи. Как ни крути. Так, хорош, давай поджарим их. Замечательно. Слушай, все равно какие-то живучие. Эти йотуны. Так, там у нас заваруха по полной программе идет. Все отлично. Так, горгулечка одна есть. Призови 13 горгулей, да? Мы с вами сделали анчевочку. Так. Давай поможем. Так, и еще одна горгуля. Все, две горгульки у нас здесь, ребята. Вот выставим их, наверное, где-то вот в этом районе. Пускай они будут мешать. Вот самое бесемое, что мои юниты просто стоят и никак не реагируют на тот момент, когда по ним стреляют. Ну что это за бред, а, на самом деле? Так, а вот эти вот мне не нравятся с осколками. Так, давай, наверное, мы... Во! Бумеранги здесь поставим. Я надеюсь, от них здесь будет неплохой толк. Так, тихо-тихо-тихо. Что-то мне не нравится здесь. Так, осколок. Осколок. Так, ребят, ну что, саркофаг? Смотрите, как прикольно это все выглядит. То есть, мы бросили... Оу! Всего лишь три мумии, получается, да? Да, ребят, три мумии, вот они идут. Так, давай-ка мы здесь немножко прокачаемся. Слушай, но мумии неплохо бомбят. Особенно тот, который в красном плаще. Сейчас упадет. Опа, ничего себе, смотри, в кого он превратился. В такого, знаешь, как этот лютый зомби. Слушай, он довольно неплохо бомбится-то так. Живучий, да, ну саркофаг, конечно, ребят, ну как тебе сказать. Но он не стоит того. На самом деле он того не стоит. Во-первых, юниты слишком ватные, да? Да и всего лишь 4 мумии выходят. Или даже 3. Не, 4 мумии, по-моему. Так. Пока мы, в общем, справляемся своими силами. Ребята, 14-я волна. То есть, следующая будет последняя. Смотри, что происходит. Волна все сильнее и сильнее с каждым разом идет. Прокачиваемся. Слушай, у нас практически все базы
прокачаны по фулке, да? Ведьмы, рифы. У нас остается только прокачать вот здесь вот, да? И бумеранги. И все, ребята. И будет все по фулочке. И остается только потом поджидать, что будет с боссом. Пойдет он или не пойдет. Так, давай-ка здесь. Отлично, все. Склеп у нас прокачан тоже по полной программе, ребята. Это круто. Почему горгулья не атакуют? Я не понимаю, ребята. Стоят. Ага. Медведь под нашим управлением. А что так быстро? О, все-таки пошли они в бой. Проснулись, так сказать, да? Ох, вражин сколько. Так, ребят, давайте здесь прокачим. Конечно, нам нужно будет еще вот эти вот в обязательном порядке. Улей, это имба, как ни крути. Так, что такое тут у нас? Ага, опять не пойму, медведь то под нашим контролем, то не под нашим. Фиг его знает, что происходит с ним. Давай, бомби луч. Шикарненько. Так, убили. Так, прапан до конца. Все, эта башня у нас полностью прапанная. А здесь тоже замечательно. Так, что такое? Ах, замораживает. Слушай, это, по-моему, сейчас будет последняя волна, ребята, да? Судя по всему. Это 15-я волна уже грядет. И будем смотреть, будет ли здесь босс. Так, ребят, смотрите-ка, у нас какие-то гномики маленькие вышли. Так, приготовься стать первым блюдом. Чего там? Каким первым блюдом? От кого? Для чего? Не понял я. Ладно. Давай пока будем, ребята, вжаривать. Видите, вот этот вот маленький машет. А для чего он машет, я не могу понять, что вообще с ним делать надо здесь. Наш это или не наш? Ох, йод, ты посмотри, какая армия идет. И там пошла тоже нехилая. Смотрите, йотуны, все дела. Медведи, да ну хорош. Блин, у меня, ребята, и магии-то нету, чтобы можно было бы применить. Ай-яй-яй-яй, только вот это вот пузыречек. Но пока не будем, пока вроде бы держимся. Давай вот так поможем. Тут два великана. Хорошо, что у нас улей попал. Так, Мишка, отбили. Давай, великаша. Так, у нас прокачка здесь по полной программе. Мы подбили его. Да, ребята, вот улей. Здесь и вот это вот все прапаем. Все, по фулочке у нас. Но мне все равно кажется, чего-то не хватает. А вот чего? Там великаны идут. Давай, наверное, вот так вот сделаем, ребята. На всякий случай. Еще одну башню с вами здесь поставим. Опять он замораживает, а? Так, великаши. Сейчас, ребята, мы с ними разберемся, надеюсь, да? Опять улей, отлично, все срабатывает. Так, олох мой стоит, выжидает, копит себе манну. Ну, рассыпался, замечательно. Так, все по фулке, давай здесь докачаем. 330 нужно, у нас, во, хватает. Ну, теперь, ребят, я немножко уже на расслабоне. Что? Что такое? Как вы меня достали? Пора прокачать мою тачку и устроить настоящий хаос. О чем это он? Какую тачку ему прокачать? И что ты затеял, парень? Ёлки ты палки, чувствуешь, как кости ломят от холода, а? Нифига себе, это кто такой? Что это такое, ребят? Упала пушка какая-то, смотри. Джокул, это босс, ребята. Пушка. А почему все... Я не могу понять, мы играем или нет? Почему пушка моя не стреляет? Или это не моя пушка? Я не могу понять, что мне нужно сейчас сделать. Хм. Так. Зашибись, короче, понятно. Он замораживает. И все, и понеслась, да? Ребята, пошли вражины. То есть мне что, нужно продержать... Виверны вылазят, смотри, откуда вылезли. Ребята. Так, пушка может стрелять, судя по всему. Е, отлично. Так, давай, наверное, по-быренькому прокачаем здесь. А, не хватает, заморозка. Быстрее. Тут теперь нужно, ребята, контролировать свои башни, потому что он их будет сейчас, я чувствую, замораживать. Так, давай прокачаемся маленько. Тут у нас все отлично. Так, помощь, помогайте, ребятушки. Так, опять замораживает. Давай, ребята, растопить, как говорится, этот лед весь. Так, давай-ка мы на всякий случай, ребята, здесь тоже поставим. Давайте, наверное, вот так вот, скелетики, пускай будут.
Они, мне кажется, лишними здесь не будут. Это уж точно. Ну, давай, 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 быстрее. Отлично. Так, оу, нормуль, да? Ребят, ну почти, почти половину хп мы у него оставили. Ах ты, он опять замораживает. Давай вот сюда сделаем проклятых, ребята. Так, я буду все, что возможно, ребята, проапывать как можно быстрее. Потому что он, чувствую, сейчас будет с каждой волной все злее и злее становиться. Точно я вам говорю. На шару тут уже не прокатит. Опять замораживает, да, собирается? Да-да-да, заморозил. Так, освобождаем. Ох, как классно у меня там эти бумеранги работают. Так, я не хотел этого делать. Блин, почему, ребята, пушки не... Да ё-моё, почему пушки не бомбят, а? Почему затишье такое? Я не пойму. Ну вот, смотрите, ребята, клик. Так, отлично, все. Теперь у него осталось меньше, чем половина здоровья. Надо будет еще добить его. Так, ну он опять замораживает мне башни. Там големы идут, тотемы, фигемы. В общем, вся ерунда. Тут прокачано все. Так, не хватает денег. Ясно. Виверночки летят. Так, давай освобождать. Так, здесь прокачать еще, да, надо? Одну кость. Это получается 15 единиц дополнительного урона. Да ты достал уже замораживать меня, олух, а? Пока мы с вами нормально держимся, мы всего лишь одного противника пропустили. И то это был осколочек, на которого, ребята, я как бы не то что не обратил внимания. Я не успел просто добежать, олах был слишком далеко. А так бы, конечно, мы его забомбили бы. Так, что у нас здесь? Ну, чебурах, чебурах. Так, 240 уже, не хватает маленечко. Так, давай быстрее, 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 быстрее. Так, а почему у меня, ребята, вон там гоблины оглушенные на пушке? В чем проблема-то, я не могу понять. Почему они оглушенные? Они не готовят залп. Странно. Так, тихо, не пройдете. Давай прапаем маленько. Так, последняя фаза, шикарно. Все пока под контролем. Ребята, мы сдерживаем с вами волну. Так, тут у нас все прокачано. Я все кликаю, ага, вот здесь вот. Тихо, давай быстренько освобождай. Освобождай мне мои башни от греха подальше. Ну-ка. А почему, ребята, мы в жабу бросаем с вами сетку, и она не срабатывает? Почему? В чем проблема? Ой-ой-ой-ой. Прикинь, он уже замораживает практически все передние башни, которые у нас стоят. И врагов, смотри, сколько куча идет целая. Не надо опять. Он зачастил с этим делом. Вот что я заметил, ребята. Он очень часто начинает замораживать. Так, давай, 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 пробиваем, пробиваем. Опять сейчас будет дышать. Слушай, аур, да, он помимо того, что башни замораживает, он еще наносит урон моим юнитам. Вот что я хотел вам сказать. По полной прокачка. Так, ага, отлично. Да, ну ты достал уже, серьезно. Слушай, я боюсь, что мы такими темпами сейчас будем просто с вами пропускать врагов. Помощь, любая помощь мне здесь пригодится, ребята. Пузырек Валькирии тоже. Ну, он что-то как... Эй, не-не-не-не-не-не-не, не надо, не надо, не надо. Пожалуйста, не надо пробегать. Слушай, я не знаю, в чем проблема. Ребята, эти гоблины у меня почему-то в бессознательном состоянии. Тихо, 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 тихо. Наверное, пройдут, мне кажется, ребята. Их тут слишком дофига накопилось. Слишком... А где олах? Олах мой там стоит, ладно. Так, фух, подбили одного. Так, и этого, наверное, тоже разобьем. Так, тихо-тихо-тихо, быстренько, быстренько размораживаем. Так, сюда мы, наверное, давай вот этих вот поставим. Пускай они будут. Ты посмотри, что тут происходит. Жесть. Слушай, мне кажется, сейчас мы тут сфейлимся с вами. Просто сфейлимся, вот и все. Я уже не знаю, что тут сделать, как... Ай, пройдет, наверное. Блин, ребята, еще один прошел. По-моему, да? Еще... Да, ребят, прошел. 18 сердечков. Да что? О, пушка, пушка. Почему? Почему не стреляет пушка? Не пойму я. Так, давай их отправим отсюда. Ох, вообще практически уже все башни замораживаются у нас. Так, давай сделаем таким образом. Так. Ну, у нас тут прокачка вообще капитальная. Ребят, ну это мало меня спасает, потому что он замораживает мне башни. Смотри, виверны летят. Жесть, ты посмотри, сколько здесь йотунов идет. Так, а почему у меня... Ребят, я хотел выстрелить, у меня пушка сломалась. Ты прикинь?
Зашибись просто-напросто. Офигеть. Я лишился пушки. Я так понимаю, новую нам не дадут. Я имею в виду та, которая по боссу стреляет. Зашибись. Так, заморозка, естественно. Так, с этой волной я не знаю, ребята, получится ли у нас справиться. Посмотри, сколько здесь йотунов идет. Так, луч. Спасательный мой луч. Так, давай мы, наверное, здесь тоже что-нибудь поставим. Хоть как-нибудь, ребята, хоть каким возможно макаром, но мы должны здесь их сдерживать. Давай, давай, полная прокачка, отлично. Так, что дальше? Что дальше? Я даже не знаю, ребята. Растопите лед. Я растапливаю, растапливаю. Я пытаюсь. Так, ну-ка, в помощь. Ну, не прошел. Да, ребята. Фух, надо было сделать еще один последний залп, и он отдуплился. Как приручить дракона? Победите Джокула, мать Виверн. Хм, а я уж подумал, что все будет настолько просто. Вот я дурак. По крайней мере, теперь у меня хороший вид открывается. Прямо на мою конечную цель. И я уже близко, король. Ха-ха, ребята, Везнан, как всегда, в своем репертуаре. Слушайте, ну, в принципе, если бы я не тупил бы, а стрелял бы вовремя из пушек, мы бы забомбили быстрее бы босса этого. Но, понимаете, когда ты все время смотришь на то, как на тебя бегут такие волны противников, естественно, приходится отбиваться, как-то забываешь про то, что нужно босса валить. Так, 4 очка умения, да? Ага, вот мы отсюда с вами появились и практически подходим к королевству. Так, это позже. Подходим к королевству людей. То есть мы даже с вами... А я вот думаю, здесь вот мы будем с вами драться, или это так, просто для красоты сделано? Так, давайте-ка мы с вами заберем, наверное, награды. Так. Как приучить дракона? Победите Джокула, мать Виверна. И получите награду. Вот. Призовите 13 горгулей. Ну что, шикарно. Так, 4 очка у нас есть. И... Катушки смерти заменяют флаги при каждом выходе на смертоносные катушки Тесла, которые бьют током врага. Не знаю, ребята. Так, а здесь... Ага, я не могу, да, прокачивать вот эту вот волну. Понятно. Тут не хватает, ребята. Тут нужно 5 очков, а у меня всего 4. А что ж тогда мы прокачать можем? Универсальный солдат. Ну давайте, ребята, сделаем это и... Непробиваемый щит. Отразить обычную атаку врага полностью. Все, второе дыхание. Ага, шанс мгновенного возрождения есть, небольшой. А башенок, как я понимаю, нам новых пока не дали. Но должны нам дать вот две. Элитные истязатели и шаман орков. Хотелось бы мне посмотреть на эти башни, но мы еще успеем. Так, ну что же, получается, мы с вами подкрадываемся к королевству, да? Я на самом деле думаю, что вот здесь мы будем с вами... бродить или нет? Не знаю, мы это с вами увидим уже в следующих, как говорится, видосиках. И посмотрим, что у нас будет здесь поджидать. Ну, а на этой ноте, пожалуй, я буду и завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился видосик. Да, было тяжело, но тем не менее, ребята. Буду проходить я потом уже вот эти все уровни на 3 звезды. Буду проходить их на героическом испытании, потом на железном. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!